и разрешите зачитать вам рождественское послание патриарха Московского Лисьяруся Кирилла, архипастырем, пастырем, диаконом, монашествующим, всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные Господи, архипастыри, всечестные пресвитеры, диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Ныне, как вифлеемские пастухи 2000 лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу «Слава Вышней Бога и на земле мир, человеце благоволение». Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарностью Создателю. Сам Господь, Содержитель, Бог крепкий, Отец Вечности, снисходит нам и рождается Рождество Христово Москва. Ну и мы тоже присоединяемся к этим важным словам Первосвятителя Московского и поздравляем вас с этим великим днем и желаем, чтобы и благодать Божия, и мир, и любовь пребывала в наших сердцах, чтобы мы благодатью Божией побеждали разделение, скорбь и злобу этого мира. Вот, потому что как соль должна быть соленая, дабы сохранять от разложения, так и христианин должен быть в благодати Божией, в мире, в любви, дабы спасаться сам и спасать ближних своих. Сейчас у нас крестный ход, потому что у нас Христовый праздник, поэтому сейчас совершим торжественное нашествие вокруг храма. Спасибо, Господи, за то, что ты нас спасаешь.
участников сегодня, почти весь храм причастился, так, чтобы благодать Божия сохранилась и умножилась в наших сердцах, чтобы мы праздновали действительно такое благоговение и радость духовная, это великий день Рождества Христова. Поздравляю всех с праздником, помолимся, когда молитвы. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, ко мне принял меня все грешного, ножи Твоя Пресвятые, Твоя Сподобие все. Благодарю тебя, ко мне недостойно, как очистить и причистить Твоя Небесная Дарова Сподобие все. Но, Владыка, человека любче нас ради мира воскреси, и даровал нам страшное все животворящее таинство, во благодеяние освящение душ через наших, дождите всем небо исцеление души и тела, вогнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру не постыдную, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественной благодати и Твоего Царства присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаем всегда. И не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю. И так, если Боже, Тебя еще до надежды рода вечного, пресносущный достигну покой, и те же празднующий глаз непрестанный и бесконечный сладость, рящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты, поясе истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя, поясе, Тварь, во веки. Аминь.